Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 361, события дня, эпиграф Иоанна 5:44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? От единого Бога надо искать. И вот это вот друг от друга принимает славу, это везде, в своем кругу. Меня хвалят, я хвалю, и правду никогда не скажут. А ты не бойся сказать. Подумай, как сказать, ну, как преподать это. Необходимо это? Это за 7 декабря 2016 года. Ну и дальше два эпиграфа, считайте, которые к этому же относятся. Вот. А теперь еще к этому вот места писания. Тормозните, чтобы найти. Вот, и места. Вот. Дальше. Вчера у меня была небольшая переписка. Сергей парализованный пишет. Матушка говорит, то есть его мать Татьяна. Смотрю на Игнатия Тихоновича. Слышишь? И кажется, что он наш родственник. Сергеева мама. Я отвечаю. Вы всем нам родные, рядом с нами в жизни и в молитвах постоянных. От Господа сие и сладостно. Сергей, я объясняю ей, в нее никак не вмещается духовное родство. Особенно ее оскорбляет, когда Господь говорит, кто матерь моя? Я отвечаю. Эти ваши слова любви о бессмертной душе вашей матери Татьяны воспринимаю как просьбу молиться о спасении ее души и о даровании веры во Христа Спасителя и нахождении в Святой Православной Церкви. Включаем ее имя в реестр матерей в наших молитвах ночных и дневных сегодняшнего дня. Ответ. Он отвечает. Спаси Христос! Восклицательный знак. Вот видите, какая переписка, маленькая. А для чего вы выставляете? Лично, у меня нет лично, все знают. Лично я, письма все, у меня переплетено 77 томов, по 650 страниц примерно. И они стоят на полке, любой подходит, считает. Интересно, сколько было раньше книг, а знакомые приходят и вытаскивают, и начинают считать письма. Кто мне пишет, кому я. Они все божественные. Это не переписка Льва Толстого или Чехова. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хорошее размышление над вопросом о ценности времени. Вот, пожалуйста. Хорошее, а для вас плохое. Машина стояла, номер кто-то увидел. Уже нападает на меня за этот ролик-то. Глупости всякие. Смотрел его во время завтрака, совмещая, сокращая время и плотски полезное с душеполезным. Господь дал мне некоторое время на передышку. Врачи усадили на больничный. Благодарю Бога за эту возможность несуетно почитать, поразмышлять, посмотреть ваши ролики, на которые порой время лишь глянуть одним глазом. В уме уже свербит зарубка. Посмотреть позднее. А позднее дела рабочие будничные захлестывают, да и новые ролики становятся в очередь. Когда я насчитывал на пленке, то ахали, да мы еще то не прослушали. И когда меня судили, только один человек все прослушал. А это у меня только интервью было взято 2500 часов. Вот вообразите, что это такое. Я с магнитофоном ездил везде, и птица, и по горам ездил, и по озерам, и в Москве. Вот найду книгу, хорошая книга, автор. Я еду в Москву, встречаюсь с этим автором. И дальше беру интервью. А репрессированных, мне это интересно. Просто интересно. Это к вопросу о ценности времени. Вот теперь кто тебе будет говорить, слушай, не отвлекайся, не разговаривай. Вот теперь скажи, какая польза? Это говорит преподаватель университета и академии. Он другим это скажет. Понравилось, что в обзорах дня вы иногда стали давать комментарии на евангельское чтение дня. Обычно в проповедях на читаемое делается акцент на нравственной стороне. Чуть реже кратко излагается святоотеческое толкование. Вы же подчеркиваете в этих стихах то, что обычно и не рассматривается, как пример с праздником Благодарения, о котором поясняется в книге 1 Маковейская. Ваш комментарий носит выраженный миссионерский, антисектантский характер. Хорошо было бы по возможности и по вашему усмотрению кратко отмечать эти важные нюансы на чтение дня в ваших выпусках, которые мы попросту не видим из-за нашего неважного знания Слова Божия. Лично мне это бисер видится важным и ценным. Спаси Христос.
Вот сегодня мы начали «Деяния апостолов», я их выделил в отдельную, тематику идет. Это все теперь заслуга идет начата Ахахаи Юрий Соболь из города Красноярска. Он положил этому начало. Он сказал, я тут посоветовался с братьями, сейчас начали записывать. И мы раньше записывали так, с толкованием по блаженному Феофилакту и с комментариями моими. Это Евангелие от Матфея и Откровение Иоанна Богослова записали. Я решил, что начнем с деяний. А потом мы порядку и подберем. Посмотрим, какая будет посещаемость. Юрий Соболев. Сегодня слушал одну из недавних бесед от Геннадия, это Фаста. И он там, отвечая на вопрос о возможности создания современной православной общины, приводит пример вашу, вкратце отмечая ее устав о Потеряевке. Слушай, Володя, и особенности, говоря, что такую можно создать только при наличии сильного лидера. А у лидера должно быть 6 качеств, которым он должен отвечать. Какие? Первое. Воображение, знание, умение, решительность, беспощадность, привлекательность. Если этих качеств нет, то никакого лидера быть не может. Воображение должно быть развито до последу. Еще не начинал, как ты будешь считать, какая температура, откуда брать, что. Знать должен ты все, до тебя в этот момент и дальше что было. Все, что до тебя было дано. Как Ленин сказал, культурным себя человек может считать только тогда, когда узнает о всем наследии, бывшем до тебя. Умное выражение. Хорошее. Можешь считать себя интеллигентом. Один гость уезжает, а тут же другой на его место приехал. Киргизия, Василий, это ролик я создал. Вчера только Роман Малыш уехал, и прям тут же приезжает Василий. Ребекка пишет мне. Мир вам! Мы нашей небольшой общины имели с вами видеообщение, и вы привели стих из пророков, что каждый побежит к своему народу. Ну, это Исаия, 13 глава, 14 стих. У меня несколько наций в роду, которых я знаю, и одна из них еврейская. Бабушка была еврейка. Вопрос, можно и нужно ли восстановить свое еврейство? Я вчера не вышли уже по интернету, и мы уже поговорили. Я говорю, не нужно. И бежать не нужно, если тебя не гонят. Такая хорошая обстановка в России, что здесь нет межнациональных, межконфессиональных раздоров. Я говорю про Барнаул. Вчера я выставил фильм такой, называется «Златоуст из Потеряевки». Вот хотите посмотреть, нажмите Ctrl, держите и ткните на него. Вот я сейчас показываю, вот я сейчас ткнул. Вот смотрите, она сама откроется. Вот она. Златоуст. Один работает хорошо, другой совсем не умеет, а начинали делить поровну. У нас так, каждого свое хозяйство, пол гектара. То есть эти фильмы, ну фильм просто «Златоуст» это мое прозвище сделали. Из Потеряевки. Вчера уже один заходит. А вы что себе чины назначаете? Златоуст какой? Я говорю, да не я это, не я. Это режиссер. В Советском Союзе было только 3 студии документальных фильмов. Документальный фильм должен быть 45 минут, не больше. Определенный. Это был там в Санкт-Петербурге, Свердловской студии и Новосибирской. Так мне известно было. А это филиал Свердловской студии в Красноярске. И внизу же написано, вот где, опубликовано 8 августа 2016 года. Фильм о православном мирянине Игнатии Лапкины, снят в 1994 году, когда в Россию хлынули сектанты, проповедники в кавычках Запада. Фильм о пути к истинной вере и о подвижничестве. Тут комментарии пошли. Очень хороший фильм. Дальше. Владимир Кузнецов, всем спасибо за ваш талант. Это Владимир Кузнецов составил. Хороший фильм. Но он-то снял не один фильм. Чтобы создать, он меня упрашивал, чтобы я согласился сниматься. Я в это время в Потеряевке был. Это второй фильм. Первый фильм «Предчувствие». Вот интересно, снял фильм, я там участник в этом фильме, а после говорят, весь фильм-то вы вытащили. И он запоздал, международный был кинофестиваль «Золотой Витязь» в Югославии, и он опоздал, уже первое, второе, третье место уже распределили. Ну, он уговорил, ну, все-таки посмотрите, такую даль ехал, ну, надо посмотреть, он назвал его «Предчувствие».
когда посмотрели, то предчувствие поставили на первое место, а кто на первом, на второе, на третье, а третье уже ничего и нету. Вот как. Это Бог так делает. И продавали, говорит, в каждом метро в Москве. Меня, говорит, вы, наверное, миллионер теперь. Я говорю, рубля никто не дал мне. И даже ни слова я и не ждал никогда. А второй фильм, он же снял вот этот «Златоуса с Потеряевки». Вот я сейчас покажу. Но у нас он был снятый из телевидения. Снятый был, затертая пленка была. И у нас не совсем хорошо. Вот у нас есть большой ресурс. Православный библейский сайт. И вот здесь написано «Звук и видео». Вот я ткнул, и сразу идет, смотрите, какое. Документальный фильм Малашина Юрия Николаевича, он погиб. «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Вот оно где. Но он бы теперь достал, но хороший. Но он у нас есть. Дальше. Государственный документальный фильм красноярского филиала Свердловской киностудии, режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич. Фильм занял первое место на киноконкурсе документальных фильмов в России «Златоуса с Потеряевки». Вот оно. Теперь можно заменить. Он сам его выставил. И когда он поехал к Кузнецов в Москве, где хранятся фильмы, то ему сказали 100 тысяч дай, дадим посмотреть. 100 или 150 тысяч. Он говорит, я режиссер. Ты за эту работу получил, что надо было. Он живет сейчас здесь, я знаю. Работал по культуре, отдел культуры в краевой администрации. Краевой. Теперь он здесь. Я сейчас не знаю, чем он занимается. Это второй фильм снял. Дальше. В России. «Златоуса с Потеряевки». И тут же государственный документальный фильм «Красноярский филиал Свердловской киностудии», режиссер Кузнецов. Фильм занял первое место на международном киноконкурсе в Югославии. «Предчувствие» смотреть в онлайн. Вот как. Ну, тут слайд. Слайд-шоу, это Павла Безрукова, «Колокольный звон». Я знать не знаю. Это люди ставят. «Крестный путь» тоже знать не знал даже, узнал уже из интернета. «Потеряевские лага» тут у нас снимали. Фильмы, которые у нас есть. Тут нет еще фильма «Предчувствие», а «Преображение». Это Малашин второй снял. Так вы что, артист какой? Нет, я говорил только и все. Какой я артист? Никакой. Но они меня возили, где я говорил, нужно по лагам увидеть то место необходимо было. Да, это было. Вот это. Но если первые места занимает фильм, это что-то значит. Это метка Божия. Вот у нас есть здесь, работает в краевом отделе милиции Владислав. Вот. Ну, тут можно его даже найти, посмотреть, он выставлял как-то. И вот он приезжал с Ритунским вместе, писал и написал статью про Потеряевку. И ему дали какую-то премию на Останкино, чуть ли не первое место. Вот это удивительное дело. Тут один решил написать знаменитые там личности, что-то, школьник, написал в Москву. Это Попов. Попов Иван. И тоже занял первое место. 300 было участников. Что это такое? И где бы она еще ни писали, всегда первое место. От нас совершенно не зависит. Ни название, нигде выставляет. Я ни разу нигде не был. Но только по примере «Предчувствия» в кинотеатре «Мир» выступали вместе с режиссером. Тут мы были. Там надо понимать, какое время. Еще коммунисты у власти. Ой, как это было, как это непросто. Директор Юдина Зоя Павловна, я, говорит, сидела, говорит, с мужем, у меня зубы стучали. Я думала, прям в зале арестуют нас за этот фильм. Вот как Господь это делает. Духовные материалы. Показываю. Ну и дальше показать свои ресурсы надо. У нас в моем мире. Вот. Очень богатый ресурс в моем мире. Тут 20 555 фотографий. Видео 4853. Богатый у нас ресурс православный форум. Вот здесь новое сообщение нужно ткнуть, и ты уже будешь здесь. 3603 темы. Темы глубокие. Тут же, ну, можно посмотреть на наш, в нашем видеоканале. Вот все, каждый день минимум 3. От 3 до 10 роликов в день выставляем. У нас очень богатый материал. Мы все записываем. Вот приехал вчера только, еще идет на улице. А из избы уже его сняли. Он зашел, Василий.
Вот он здесь сидит. Ну, появись-ка со мной рядом как-нибудь, зайди, чтобы не стукнуть. Чтобы увидели, о ком я говорю. Василий Лапкин, он племянник моей сестры, сын Татьяны Тихоновны. Видно его, нет? Видно. Вот он приехал у меня пожить. Сегодня у нас 8-е, до Рождества, это неплохо. Ты почему, зачем приехал-то? Я приехал научиться молиться, обрести путь. Ну, не будешь сожалевать или дело покажет? А я сейчас ни о чем не думаю. Не как Бог даст. Чтобы я тебя не зазомбировал, как говорят. Ты свободный. Я сбился с пути и хочу обрести путь. Ты в любой день можешь подняться, сказать до свидания и поехать домой. Тебя никто здесь не заблокировал. Ты на свои средства приехал. Так? Да. Так. Приехал откуда? С Киргизии. Из Киргизии. Видите как. Ты на лето ребятишек-то думаешь привозить? Да. Да. Им понравилось? Очень. Вспоминает? Вспоминает. Это, знаешь, это на всю жизнь. Старшие особенно. У нас знакомые были, они уехали. Это вот Марины Плотниковой. Ну, уехали туда, там Ангелина, в Грецию. И говорит, если остались добрые воспоминания о России, то только наше пребывание в лагере. А тогда вообще в лагере было по-другому, не электричество. В советское время шалаши стояли травяные и палатки. Вот с тобой вчера мы записали ролик, вот он уже стоит. Вот я его сейчас ткну, вот он где. Да, Василий идет. Василий идет? Ты идешь, с машины сошел. Василий приехал с Киргизии. Ночь. А теперь дальше. Дальше с тобой идет вот... А, то ты заходишь. Провод оторвать можешь. Нам, это ночь в темноте. Но я видел это дело. Дальше ты уже заходишь в комнату. И в комнате мы тут уже с тобой повстречались. Вот он, ты стоишь. И теперь ваши могут увидеть, что ты доехал. Тебя встретили. Понятно, да? Ну и дальше я говорил, что у нас большой ресурс это во свете Библии. И главное, это вопросы и ответы. Вот они. С сегодняшнего дня будем записывать, на той неделе выставлять, ну, считаем, со второго тома, изданного мной трехтомника Нового Завета, «Деяния апостолов», и примерно по 40 минут. Я уже на время смотрю, по 40 минут. Вот. И тут вначале мы слово разбирать сейчас просчитаем. Ты можешь считать? Вот рождение, 43 номер, а рождение свыше. Мы уже вот сколько, 4 ответили. Какой номер вот этот? 666. Второй том «Открытым оком». Считай. Не думаете ли вы, что дело не в сергианстве и его декларации? Если бы весь народ не поддержал его, то ничего бы и не случилось. Не безверие ли народа привело к создавшемуся положению? Вот теперь смотри, я ткнул в него. Теперь открывается ответ. Считай. Все верно. Каждый даст отчет за себя сам. Матфея, 18 глава. Где жирным и курсивом, это Библия, считай. Матфея, 18 Громче. Глава, 7 стих. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Иеремия, 6 глава, 21 стих. Посему так говорит Господь. Вот я полагаю пред народом сим преткновение. И приткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Иеремия, 9 глава, 4 стих. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Так вот смотри, попутно это скажу так. Я у тебя вызываю доверие, что я тебе здесь плохого не сделаю, не отравлю и не предам тебя. Да, я могу быть уверен в тебе, я тебя не знаю, я-то на виду. Могу быть уверен, что ты со мной будешь поступать так же, как я с тобой. Да. Даешь мне слово, да? Да. Чтобы я тебя не опасался, потому что ложимся спать в одной комнате. Да. Дальше. Иезекииля 3 глава, 20 стих. Если праведник... Не надо увеличительное стекло. Нет, нет. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Римлянам 14 глава, 13 стих.
Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не поддавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот видишь, какой вопрос, я отвечаю, еще не сказал. А уже сколько человек узнал, видишь, какие места предупреждает. И что дальше? В православных людях нет иного стержня, как доверие попу. Каков поп, таков и приход. Даже там, где кто-то не покорился предательской декларации митрополита Сергия, в большинстве случаев это опять же зависело от пастырей и архипастырей. А так, чтобы каждый сам самостоятельно решал, где правда, о таком почти и не слышали. Слово же Божие приучает каждого быть ответственным за самого себя. Иоанн Златоуст повторяет: смотрите, вместо пастыря не изберите волка. Если бы священники в царской России приучили народ сверять их священнические дела с Библией, то никакого сергианства действительно не было бы. Вот какой ответ, да тут потом нечего отвечать. Дальше, стихотворение одно, ну, прочитай с выражением. Надпись на стене, Иезекииля 22:30. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Земля тряслась волною колебания. Был опрокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющая раны обнажив. Здесь многие уж были, несомненно, и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именатых датах. То экскурсанты записи вели, мол, были здесь такие-то, тогда-то. Да, были. Посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети до этих пор мог в памяти сохранить. Вот строить научусь, и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание сейсмографы Господни под церквам. Вот здесь видны проломы в Доме Божьем, а там сошли с фундамента столпы. И гнется трость предутонченной ложью, и вновь Христос хулится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли бы повторить: я приложу все силы и старания, чтоб Божий дом опять восстановить. Поменьше б тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни. Поменьше б тех, кому одно лишь нужно, что в списках общин числились они. Кто написал? Храпов Н. Да. Баптист. Отбыл 19 лет в сталинских лагерях за слово Божие. Так и не вышел оттуда. Понятно? Я беру это всех. Но он баптист. Ну и что, что баптист? Он правильно сказал. Я вывяжу. Дальше. Еще одну прочитаем. Вопрос 669. Второй том. Почему мы должны верить Библии? Ведь писали ее люди, переводили на русский язык тоже люди. Следовательно, должно сказываться влияние субъективного характера. Видите как? Теперь я ткну в него. Теперь открывается. Ответ. Вот образец, как нужно задавать вопросы. Грамотно, вдумчиво, сознанием дела. Библия сама о себе говорит так. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Когда Бог говорил с пророками, то всегда подписывался подсказанным. Исаия 1 глава 2 стих. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит. Это Господь говорит, автор, он подписывался. Это я даю ответы в университетах, в школах, техникумах, в милиции, на радио, где я вел занятия, и мне записки поступали, и я отвечал на них. Вот такие ответы дают сегодня они, чтобы попы, да они никогда, а митрополиты Сергии, они все замкнутые. Замкнутые, а почему? Они не могут развить свой талант. Талант там развивается, где свобода, где Дух Господень, там свобода. Они сильно обижаются на эти слова. Дальше. Пророки и апостолы, люди, пророки и апостолы люди. Это вы сказали правильно, но какие люди? 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Конечно, стиль речи послания Иеремии, книги Неемии отличается от книги пророка Амоса и послания Павла от посланий Петра.
Вот здесь сказывалось образование, род, воспитание. Прочтите Евангелие от Марка, хотя бы главу, каким рубленым слогом оно написано. Как устав армейские службы. Как устав армейской службы. То есть это, видишь как. И прочтите «Премудрость Соломона», в которой самый избалованный сибарит, любитель изысканнейшей словесности, найдет множество мест, которые встретит восторженным кликом. Субъективное не в содержании, не в смысле, а в структуре изложения. Это же заметно и в переводчиках. Нельзя лично от меня требовать такого же стиля изложения, как от отца Геннадия Фаста. Это я говорю. Отец Геннадий имеет какое образование? Он преподаватель был в университете, закончил семинарию, академию. Там защитил он теперь, кто там теперь, магистр богословия. У меня ничего нету. И если мы одно и то же услышим, моя речь, как я изложу и как он, будет заметна. И человек это заметит. Я редко пользуюсь иностранными словами. Совсем. То есть самое сложное стараюсь сделать самым доступным. Забери стул, если дальше. Так. А верить или не верить Библии, вот в этом-то вся и суть. Громче говори еще раз. А верить или не верить Библии, вот в этом-то вся и суть. Если ты веришь всему написанному в Библии, ты верующий, а если не веришь, то ты неверующий. А дальше, как говорят в народе, всем сестрам по серьге. Это я ответ даю такой. Такой ответ твой будет. Это, не слышал такое выражение. Ну вот так, ну, считай пока. Это мои ответы. Господь Христос веру называет даже делом. Иоанна 6, 29. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вера называется делом. 6, 29. Запомни одно место. Один раз только в Библии об этом сказано. А я когда говорю, я же говорю сразу, навскидку, мне Библии-то нет в руках. Дальше. Иоанна 3, 18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 1 Иоанна 5 глава 10 стих. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Еврей. Но Бога представляет лживым, неверующие, это вот в этом вопросе не верят. 2 миллиарда мусульман не верят. Они не верят в это, что он умер, они не верят, что он воскрес, не верят. Они не верят, что он искупитель, взял грехи, не верят. Евреи не верят, безбожники не верят. То есть таких людей больше половины земного шара. Буддисты не верят, Китай никто не верит, там, ну, отдельно кто-то пришел. И дальше. Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущий Его воздает. И ищущим Его воздает. Да. В этом главная и самая опасная область свободы. Верить или не верить. А значит, быть с Богом или с дьяволом. В раю или в аду. Быть счастливым или несчастным. Второзаконие 30.15. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Дальше. Второзаконие 30.19. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Вот маленький ответ такой. И посчитай, сколько мест Писания. Здесь по порядку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мест Писания. Как не знать Библию-то? А, вам Бог дал память уникальную. Так я каждый день ей занимаюсь-то. И, естественно, я могу знать. Но и ответ-то не на один день дан. Пройдет 100 лет, и смотреть можно будет с таким же успехом. С такой же пользой. Ну, еще одну можно прочитать. Какой вопрос? Вопрос 834, второй том. Как научиться гореть для Господа? Хороший вопрос. Хороший. Считай. Многому можно научиться, живя в этой жизни со вниманием. И на все, громче считай. И на все это даются какие-то рецепты, показывается ценность объекта любви.
свой первый урок начните с записи на чистом листе блокнота. Что вы любите, что цените и чем из этого пользуетесь. Родители, еда, одежда, жилище, друзья, дети, воздух, солнце и все, с чем соприкасаетесь. Откуда все это пришло к вам? У кого купили? За какую цену? Понимаете, вот в семинаре, академии, они преподают их какое-то. А я говорю совершенно свободно, и они туда вглядываются, за профессора. И говорят, а где вы это взяли? Кто где учились? Нигде не учился. Я у ног Христа сидел и брал. Пошли дальше. Обычно купленное не вызывает такой благодарности, как подаренное. Вообразите себе, и это не трудно, что вы где-то замерзали, и вас кто-то подобрал. Вы были беженцем, и вам кто-то так просто, даром, ни за что подарил дом. Но, Никита, Никита, слышишь? Все. Что ты читал сейчас? Да я занят, что ты тут слышишь-то? Знаешь, вот представь себе, дальше. Раздетому даровал одежду, ни за что, умирающему от голода, в великом преизбытке, наверное. Да, всю да. жизнь даровал самое разнообразное питание. И будет ли в вас чувство благодарности, любви к такому благодетелю? Вот если бывают неблагодарные люди, хоть сколько помогай. Одно слово не так, и он уже поднялся против и теряет друзей на каждом шагу и остается один, опять один. А нет ни жены, ни ребенка, ему бы надо, знаешь, как ценить человека-то, который тебе оказал помощь. Нет, глядишь, опять один. Как так? Ну, я вот так там рассорились, он бросил, а я окружен друзьями. У меня, я куда ни шагну, у меня не десятки, сотни. И в интернете, и поехали дорогой. Мы только поехали, уже сообщите, когда едете, мы встретим. Выходят на встречу нам, даже в России, незнакомые люди. Вот я, ну, доехали мы, представь, Владивосток и Лиссабон. В Германии были, там с твоей сестрой Надеждой там встречались, были. У них воспоминания остались какие-то? Да. Хорошие вы? Ну да. Хорошее. Представьте себе, во Франции, как мы были, в Испании, и вот в Португалии. И как Господь вывел нас, не знаем, где храм, ни одного знакомого, вообще ничего нету. Представьте, приехали, и вот едет шофер, и вдруг улочка маленькая, и он туда сворачивает. Я потом спрашиваю, Николай Павлович, а как ты туда поехал? Зачем? Понятия не имею, как кто-то руль повернул. Сидят пенсионеры, разговорились, один из них говорит по-английски. И говорит, четко, ясно. И договорились, и он сказал, я знаю, где православный храм. Ну, туда потребуется ехать, там горючая 20 евро. Мы сразу, разменять нету, у нас дали нам по 500 евро. Самые большие где-то. И он другому пенсионеру там по-своему сказал, по-португальски. Тот пошел и нам разменял 500-ку одну. Мы ему выделили 20 евро, он сел на машину. У нас собака, и у него собака. Он с собакой с большой сел и поехал. И привез нас. Не доехал до одного дома и дальше не знает куда. Он прям рядом, один дом остался. Полицейский участок, он зашел, спросил. И вот мы только зашли, а у них как раз пистольный праздник. Мы могли на день позже, на день раньше, но именно попали в воскресенье на пистольный праздник. Мы нигде дорогой ни одной минуты старались не терять. Выходит, вдруг мы заходим, а дальше там в Панамарку заходить. Выходит человек, а вы откуда будете? Я говорю, из России. А кто вы? Я говорю, Игнатий Лапкин. Вот это да. Он сразу же туда, я еще ничего не понял. Выносит просто запивку там. Все, сейчас, подождите маленько, сейчас закончится. Я батюшке сказал уже. Оказывается, отец Геннадий Фас был у него года два назад. Все рассказывал, ничего не сокрыл. И они книги какие-то еще видели-то. Ну, сразу меня вперед и сказать слово. Я к народу обратился. А рядом один встал, тарелку вот так вот взял. Так, люди приехали, кладите сюда, на дорогу надо собрать. И тут же я книги начал отдавать, продавать, и вся пошла работа. И как нас провожать? Все заснято это. У Бога все высчитано. Мы не могли подготовить эту встречу. Я не знал, что отец Геннадий там говорил про меня. И что они так встретятся. Расположение стопроцентное. И дальше считаем. И будет ли у вас чувство благодарности и любви, благодарности, любви к такому благодетелю? Нужно быть бесчувственным замшелым камнем, чтобы остаться безразличным. Но я назвал самую малость. Прочтите акафист на русском языке, слава Богу за все. Это уроки возвышенной нежности. Громче. Это уроки возвышенной нежности, любви к Создателю. Любовь — это трепетное чувство с возвышающим тебя, любящим тебя.
Но вспомните, что у человека есть еще и бессмертная душа. Бог открывается нам с той стороны, о которой мы, как правило, и не думаем. 1 Иоанна 4:8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Одно местописание дальше. 1 Иоанна 4:16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 2. Иеремия 31:3. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. 3. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 4. Иоанна 3:17-23. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Римлянам 5:8. Пятое место. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Никакого поисковика не было, когда я говорю. Интернета не было, когда я это занятие вел. Ничего у меня не было. И телефона даже у меня не было. Даже стационара не было. Я должен был сам себе все это накапливать. Еще. 1 Иоанна 4:19. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Ну, видимо, шестое место. Вот. Шесть мест Библии сразу. Дальше. Любви нельзя научиться. Так можно сказать. Здесь я просто указал на ступени, с которых можно кричать Богу. Я люблю тебя за то, за это, и за это, и за это. И так подниматься все выше и выше, доколе полностью не войдешь в тройственный неизреченный свет любви. Тройственный неизреченный свет любви. Поэзия. А что значит тройственный? Ну, Бог троица, троица. Угу. Тройственный неизреченный свет любви. Выражение какое? Нельзя научить любить, потому что это дар Божий. Кто учил эту женщину, распустившую волосы, любить Иисуса? Кто научил прокаженного князя Авгаря воспылать такой любовью ко Христу, что он готовился совершить военное вторжение, чтобы наказать распинателей Христовых и покарать их? Любовь, как пожар, охватывает все сразу, и только потом может дать обоснование этому. Любовь с первого взгляда. Старого революционера, каторжанина Кобылинского, ненавидевшего царский режим и царя, поставили начальником охраны караулить уже арестованного Николая II. Уже через час он попросил... Через месяц. Ой, извиняюсь. Еще ты, виноват. Ты что ты делаешь, старик? Уже через месяц он попросил перевести его на другую работу, объясняя это тем, что он был пленен обаятельной личностью императора, тем более... Общаясь со Христом, душа делается, как железо, раскаленное в огне. Ну и давай еще прочитаем, что тут написано. Если выйду живым отсюда, если все же свершится чудо, буду жить на таком накале, чтобы руки не отдыхали, чтобы сердце, как в пекле боя, не искало нигде покоя. Я поклялся на вдовьем плаче, если выживу, жить иначе. Жить, гореть себя не жалея, чтобы людям жилось светлее. Время лечит, и слез время лечит, и слез сушит. И слезы сушит. Слезы сушит. Боюсь я клятву нарушить. Где-то вдруг отступить на шаг, что-то сделать плохо, не так. Кто пишет это? Ашот Гарнакерьян. Вы представьте, каких поэтов я должен был знать. И вот 16-й том, я там беру 300 поэтов за 300 лет, 20 тысяч файлов. Приходилось ворочать. Так книга-то какая? И поэтому, которые книги там на мои говорят что-то, это завистники. Они ничего не видели и сами сделать не могут, как наш митрополит Сергий сказал нашему же митрополиту Илариону. На Игнатия говорит, то и другое говорят. А почему? Потому что завидуют, говорит, и сами сделать этого ничего не могут. Вот мы прочитали. Я вот первый раз вообще такого слышу. Ну, да, и ты же фамилию прочитать не можешь. Когда приезжают к нам Анфим Никомедийский, не могут прочитать. Не знаю. А я бы, когда был в Синоде в Америке, подал по записку, чтобы наш храм назвать так.
а лагерь Климента Анкирского. А почему? Потому что я начитал жития. Больше людей не возвел на небо ни один епископ, как Анфимий Комедийский, а и в честь его наш храм. И больше никто не страдал на земле, в книгу Гиннесса можно занести, на земле, как Климент Анкирский, защитник нашего лагеря, как мы предполагаем. Вот так. Ну и все на это. А какие события вчера? Вчера события были. Роман уехал, малыш, Потеряевку, он побыл тут, по своим делам был. Ну и вчера ты приехал, для нас это уже событие. Мы тебя ждали, объявили уже, и вообще не знают, что ты должен приехать. И в воскресенье я тебе дам слово, приготовься что-то сказать. Совсем-то, может, несколько предложений. Катя была, уехала. Все на этом, Никита. Выпусти нас. Закончи правильно.